Говорит главный уролог Министерства обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук Александр Шестаев. Виктор Иванович, профессионал во многих областях. Виктор Иванович, человек синтетического ума. При этом мы все знаем, что наиболее великие и значимые какие-то открытия, они как раз появляются на стыке наук, на стыке технологий. Так вот, Виктор Иванович, имея широчайший кругозор, глубочайшие знания и нестандартное мышление во многих областях, на стыке сопредельных наук просто творит чудеса. Мы знаем, что и удивляемся до сих пор, что в одном человеке уживается и великий художник, который делает уникальные художественные произведения. Он делает музыкальные инструменты. Это живописец, это поэт, который сочиняет хопу, это философ, человек, который делает скульптуры, выращивает камни и так далее, и так далее. Но это все его хобби. Настоящая его деятельность – это наука. В средствах массовой информации его называют русским Леонардо. Я думаю, что это не совсем так. Надо брать выше. Это русский Будда. Несмотря на то, что его изобретения, безусловно, работают, и это все доказано многократно, они иногда встречают какое-то сопротивление при внедрении. А причина, на мой взгляд, заключается в том, что он на десятилетия обогнал наше время. Считаю, что Виктор Иванович – это достояние нашей России. И не только России, а это достояние человечества, которого нужно беречь и записывать каждое его слово. И его изобретения тщательнейшим образом изучить и внедрять в практику.